команды Минов Алексей Евгеньевич, главный тренер команды ТПК. В Тверском академическом театре драмы в торжественной обстановке состоялась церемония награждения ТХК бронзовыми медалями высшей хоккейной лиги сезона 2014-15. Просторный зал драмтеатра с трудом вместил всех желающих увидеть это событие. Поприветствовать любимую команду пришли болельщики, ветераны тверского хоккея, воспитанники СДЮШОР и руководство правительства области и администрации города. В начале церемонии был показан документальный фильм «Дорога к бронзе», в котором рассказывалось о трехлетнем пути ТХК к медалям ВХЛ. Затем слово взял губернатор Верхневожья Андрей Шевелев. Он поздравил всех с блестящим окончанием сезона. Это результат, которого мы все очень долго ждали. Если вы вспомните, кратко в фильме было это сказано. 2 года назад первый сезон высшей хоккейной лиги крылатые завершили 19-м. В следующем поднялись на 8-ю ступень. И вот сейчас бронза высшей хоккейной лиги. Впервые в истории клуба. Мы знаем, ребята это еще лучше знают, но мы знаем, как непросто она далась. Были очень тяжелые матчи, серьезные травмы, которые заставили всех нас изрядно поволноваться. Но мы не скептики. Алексей Геннадьевич, вижу, где поднимал. Мы не скептики. Мы верили в команду и были убеждены. ТХК играет так, как не играл никогда. И вы нас, дорогие наши ребята, не подвели. Мы увидели командный дух, характер, упорство, волю к победе. Одним словом, настоящий хоккей. И не случайно среди лучших игроков сезона ВХЛ так много наших ребят. Глава региона подчеркнул, что такой результат несет в себе и важное социальное значение. Такие события помогают нашим землякам поверить в себя, поверить в свой регион. Они объединяют жителей и возрождают чувство гордости не только за прошлое и за настоящее нашего края. И самое главное, они дают уверенность, что мы можем побеждать, преодолевать любые сложности и достигать высоких целей. Андрей Шевелев и управляющий директор ВХЛ Герман Скоропопов вручили бронзовые медали в форме щита и клюшки команде и штабу ТХК. Действительно, вот эта медаль, которая у меня сейчас на груди, да, она дорогого стоит. Был проделан огромный труд, огромное желание было выиграть эту медаль. Большое спасибо всем болельщикам, потому что с самого начала сезона вы поддерживали нас. Мы чувствовали вашу поддержку, и те игры, которые мы выигрывали там, по булитам, в овертайме, это часть ваших заслуги, да, в этом деле. Поэтому спасибо всем большое. Я просто горд, что играл в этой команде, выиграли эти медали. Спасибо всем большое. Спасибо. Руководство, тренерский штаб и игроки ТХК также были награждены знаками губернатора во благо земли Тверской и почетными грамотами регионального уровня. Одним из сюрпризов в этот вечер стало заявление Германа Скоропопова о том, что в столице Верхневожья решено провести русскую классику 2016. Именно так называется матч регулярного чемпионата под открытым небом, который является визитной карточкой ВХЛ. Русская классика в Твери пройдет в конце января-начале февраля следующего года на стадионе «Химик». Надеюсь, что вот такие же аплодисменты, вот такой же зал, а не зал, а стадион будет переполнен, и будут те же эмоции, которые вы показывали весь этот сезон. Спасибо! Удачи вам!